мой вариант украшения елки, как вы видите. Это сосиски, точнее сардельки. И я пошел выпускать Алису и собак. Так что я думаю, что им понравится. Сейчас посмотрим. Та-та-та-та-та-та-та. Ну все, я вижу, ты выспалась. Молодец. Пошли. Привет, давай погладимся. Да ладно, ну сейчас-то можно погладиться. Выспалась же, все хорошо. За ушами почесать. Пойдем, я тебе елку покажу. И это все почему-то такая вредная была. Да, мяса не было и сонная. А сейчас выспалась, сейчас уже не вредная, сейчас уже хочется почесаться. Да. Вот. Давай, приходи в себя, пойдем. Пошли. Пойдем. Пошли, 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 пошли. Вот. Пошли. Бегом. Алиса. Давай, вперед меня. Вот. Молодец какая. Интересно, учует или нет? Неизвестный факт из жизни. Сейчас мы посмотрим, как это будет. Так. Алиса идет, поворачивает к елке и пробегает мимо. Ага. Алиса, сюда. Иди сюда. Посмотри. Алиса, на. Эту команду она знает хорошо. Смотри. Что тут? Алиса, Алиса, Алиса. Алиса, сейчас собаки придут. Иди сюда. Алиса. Нет, пошла, как всегда, наводить шорох. Иди сюда. Алиса. Алиса. Ну, быстрее сюда, 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 сюда. Смотри, Алиса. Ну что такое-то, а? Вообще не слушается. А, новогодняя непослушная лиса. Смотри, что на елке висит. Эй, вот это что? Алиса, давай. Что это? Что? Вот это, Алиса. Ну что такое, а? Понятно, почему ты крысу упустила. Ты даже не чувствуешь, что тут куча сосисок. Точнее, сарделек. Ладно, надо показать пример. Алиса! Смотри, что у меня в руках. Вот это что? На. О-о-о-о. Наконец-то. Вот смотри, висит на елке. Вот, да. Так. Нет. Слушай, тебе эту крысу не поймать. Я тебе честно говорю. Вот, посмотри, вот, 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 видишь, вот, вот, вот тут висит, вот. Ой, ну наконец-то, ну наконец-то, а. Так. А около там еще замечательная картинка. Как же это сделать? О, ну все. Ё-моё, тут 4, а там 2. Сейчас мы проверим, знаешь ли ты математику. Нет, так не помещается. Пока Алиса пошла прятать, выпускаю Макса и Белого. Давай, быстрее беги. А то сейчас эти два архаровца все съедят.
Так, ну надеюсь, у вас нюх лучше, чем у лисы. Пойдемте. Я вас подведу рядом, а там уже посмотрим, получится или не получится вам учуять дерево с сардельками. Так, белый, белый, сюда. Макс. Так. Кто ничего не чует? Нет. И сели. Ну, вот там дерево, вот там. Нет. Давайте, Алисе потребовалось больше времени. Так. О, о, есть. Что-то почуял. Нет? Ничем не пахнет. Так. Белый. А, я понял. Просто ни разу никто из собак не видел, чтобы еда висела на дереве. Поэтому как бы есть проблемы. Вот это что? Макс, вот это что? Вот это. О, белый. Посмотри, что он делает. Алиса на заднем плане все еще пытается спрятать. Белый, ну, как бы следующий. Белый, иди сюда. Вот это что? На. Ну, подходи. Давай, 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 давай. Нет. Белый слишком интеллигентный. Разбор. О, во, 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 во. Так. Белый остался под деревом. Но выше, выше. Нет, не получилось. Белый, иди сюда, белый. Белый, иди сюда. Ладно, я тебе покажу. Нет, не надо, не подсказывать. Выше голову поднимай. Вот, белый. Нет, ну это да, это срыв шаблонов, то, что еда висит на дереве. Вот это что? Вот это. Вот. Вот это. Нет, все равно снизу ищет. Белый. Вот это что? Вот. А-а-а. Нет, все равно снизу ищет. А, ну вот, все, все, нашел. Теперь, я думаю, все деревья будут обысканы в поисках еще сарделек. Но сейчас мы чуть попозже увидим, как будут съедены эти, которые находятся на высоте. Ну все, пошло дело. Что там такое, Алиса? Ты еще не все сосиски собрала? Это меня не было. Значит, смотрите, остались самые высокие сосиски. И Алиса прыгает на дерево. Может, ты на него залезешь уже? Ну, три осталось. Да, давай я тебя пониже повешу, вот сюда. Ну, вот ты точно достанешь. Эп. Как же... Они вон, они повисли на ветке. Или ты это собакам оставила? Ё-моё, как же взять-то? Тут одна, а там две. Алиса в школе плохо учила математику. Одну кидай, две бери. Это одну кидай, две бери. Нет, это опять падает. Невозможно так, не получается. А вот, уже лучше. Хватай. Алис, ты права, две сосиски лучше, чем одна. О! Маленькие куски можно съесть прямо на месте. Правильно. Вот, кормишь, ваш скормишь хорошей, полноценной едой. А как только появляются сардельки и сосиски, так вы такое ощущение, что вас год не кормили. Что туда добавляют? Не знаю. Ну вот. Две. О! Так.
как бы взять вот эту одну и вот эти две. Кстати, я уже говорил, но лисы могут перетаскивать много сразу мышек, потому что надо каждому из малышей дать свою мышку. Поэтому они во рту носят до там 6 мышей. Да. А, и все. Поэтому 3 сардельки для лиски — это просто детский сад. Все.